И сразу же следует второй, веселой минутки. Интересный у нас матч. 4-7. Это позорище. Мы просто не показали информацию о дедушке. По-моему, все тоже тут не гладко у дедуля. В смысле, почему? Ну как держать пешку на e4? А, вот так вот, c5. Есть смысл. Ну, король d4 сейчас понял. Ну, забавно смотрится, но я реально ничего не могу сделать. В последний раз, когда ты получил такую позицию, ты получил мат в центре доски. Ну, сейчас будет то же самое. Ладно, сюда. Жертвуем. Ну, попробовать на f4. Возьмешь. Да, на подкрут. Верим в ладья d1. Короче, на c4. Он сейчас съест моего коня. Я сделал вид, что так все было задумано. Ну, конечно, это неправда. А как коня держать? Никак. Придется проиграть по времени, да? Это вторая подряд, по-моему. Да. Ну, кто же знал, что будет дышать вместо того, чтобы брать коня? Браво. Покажи хоть информацию о нем, зрителям. Да какая разница? Играем, большая. Поехали. Ну, информация. Ну, какая-то тупая информация, какая разница. 53-го, если говорю. Я ошибся, я 54-го сказал, да? Крепкий орешек. 7-5. Вот ему, он уже 50 баллов заработал в рейтинг Феникса. Ну да. Только по минутке, к счастью, не обсчитывают. Коня на d6 срочно. Что? Ну вот уже не надо. Вот если стоял бы конь на d6, он бы не пошел. Так у него конь на f5. Так я говорю, нашего надо было вести на d6 через d5. То есть подбой. Ну так пока он не пошел. А, ну понял. Ну так вот сам уже 4 же всегда, ты чё? Ты чё, g4, это же, конечно, хороший. Я частенько применяю. Это я знаю. Ты не удивлен, да? Ну так что ты пешку-то не съел? Ну там же брал в ответ. Может, что? И пошел же g4, да? Здорово. Ты гений. Спасибо. Спасибо. Клоню моего таланта. Как можно 16 секунд против 32 играть в пулю, объясни. Типа, ох ты как. А что делать-то ему? Не знаю, я что-нибудь придумать, наверное. Я сомневаюсь. Я бы уже нажал на кнопку. По-моему, ты продешевил. Не думаю. Хотя, может быть. Так бы сказал. Но сейчас я точно порешил. Или нет. Он просто зевнул тебя ферзя, не обращайся. Ой. Ну это уже фулгар убийство. Ты видишь, я не успеваю на флаг, мне надо быстрее выигрывать. Так выигрывай в дебюте, в чем проблема? Ну он крепкий, он же мастер все-таки. Как я выиграл? Да латышский. Ну какой латышский? Надо испортить тебе настроение. Ты урод. Я очень обижен. Мне, кстати, смешно было, нет? Так под b4 же. Что ж ты делаешь? Какая-то беззубая жертва, нет? Зато интересно. Так это не жертва была, я не понял. Да, вообще-то. Мне все равно хреново. Все, шутки закончились. Шутки в полтретьего, это серьезно, конечно, я все понимаю. Ты оценил этот маневр? Вообще, сильно. Обратно. Ну, ферзь на h4 себя чувствует уют.
позиционная ничья. Никаких ничьих. Замечательный ход. Замечательный. Чем я так пошел? Ладно, не важно. Будем что-нибудь. Так и надо. Что-то съел там. Шажок. Еще. Не получается. Да, придется проиграть поэтому, да? На флаг не удержу. Позиция хорошая. Да, вот сейчас есть шанс. Давай съешь ее. Да съешь ее. Почему ты не хочешь ее съесть? Он не даст ее съесть. Дал. Затем. Ну это браво. Ничейка достойная. Первая ничья, да. Кстати. О, догнал его по рейтингу. Даже обогнал. Неплохо. Неплохо, неплохо. Вот потому что 4 секунды, да, на первом ходу. Серьезно, 4. Защита 6b5 по Александру Кононову. Мне всегда казалось, что это прям редкостная тупость, нет? Нет, я по этой партии. Черт, уже лучше. Не, серьезно. Надо поинтересоваться у этого Александра, почему он играет. Александр вообще странно, типа, ты играет. Результат дает, неважно. Да я бы. Что? Я бы поспой. О. Ну вот это даже я бы увидел. Детские нет, ошибки. Нет, это неправда. Детские ошибки. Редкостные. Ну, на 6 мы не будем есть, да? Ну сдавайся, дедуля. Чё ты сделал? Только тебе нужно теперь как-то восстановить там. Зачем? Так тоже ничего. Ну, это не очень. Нормально. Знаешь, что эта синяя каемочка, она помогает быстрее думать. Чего? Вообще-то нет. Все, отпусти. Отпусти мышку полтретьего. О, не дал тебе херной, смотри как. Сейчас будет мат. Ой. По-моему, тебя переиграли. Контратака пошла. О, наш 2. Отдали. Ну, тут все должны замотовать. Провисло на Е6. Провисло на Е6. Похер, да? Понял. Что? А, да, там мант, я понял. Ну, пойдет. А как играть? Не знаю, как играть. Пусть думает. Ладно, что он долго думал. О, отлично. Так даже. Наверное, никак там нельзя было играть. Что-то он, короче, поплыл. Чуть-чуть, да. Видишь, тут не видно, сдается, он не сдается. Ладно, пауза. И следующий ролик.